Как было, лучше и не вспоминать, говорят о здании детского сада «Голубок» его работники. Больше чем за полвека капитальный ремонт здесь провели впервые. Благодаря краевой адресно-инвестиционной программе обновили сад в полной мере. Затратили почти 15 миллионов рублей. Вот уже красота такая. Вы что, дети, пришли? И родители, и дети – это очень благодарны. Мы все благодарны государству нашему. Так, в ходе ремонта порядком изношенную крышу заменили на новую. Вместо деревянных окон, в которых из года в год, как могли, устраняли щели, установили пластиковые. Стены, когда-то побитые градом, обшили сайдингом. Стало уютнее и внутри. Воспитанники особенно обрадовались новым игрушкам и мебели. Теперь будем верхние суетки делать. Обязательно верхние суетки надо сделать, чтобы там тоже детки были в такой красоте, как у нас. Мы стараемся поэтапно. Но я знаю, раз вы стараетесь, я знаю, что у вас все получится. К слову, детский сад «Улей», что верх Суэтки, уже на пути к современности. Год назад здесь решилась проблема с текущей крышей. И только эта часть обошлась в 10 миллионов рублей. Зато теперь можно переходить к другим работам, не боясь, что стены вновь станут желтыми от влаги, а на полу появятся лужи. Необходимо будет заменить полностью все коммуникации. Это электропроводку, водоснабжение, значит, систему канализации. Заменить оконные дверные блоки снаружи и внутри, отремонтировать, значит, потолки, полностью стены, полы, ну полностью объект. Пойдем прямо. Тем временем детский сад «Сказка» в Благовещенском районе свое название уже оправдал. Здесь капитальный ремонт провели 5 лет назад. И теперь этот сад ничуть не уступает любому городскому. Позаботились о каждой мелочи, даже кроватки в группах соответствуют названию. Это, например, группа, в которой растут чемпионы. Чемпионы – это у нас мячи, футболисты, спортсмены. Вот смотрите, даже на ламбрекенах медали. Еще больше повезло воспитанникам детского сада «Золотая рыбка». Здесь в рамках капремонта отремонтировали бассейн. К слову, есть он далеко не в каждом городском дошкольном учреждении. Кроме того, сад посещает 13 детей с ограниченными возможностями здоровья, поэтому для них оборудовали не только тренажеры, но и санитарно-гигиеническую комнату, а также пандус. В текущем году на средства КАИБ заменили оконные и дверные блоки. В целом, работа продолжается. Часть детского сада готова, а часть, ну, соответственно, еще требуется ремонт. Вот мы находимся в группе, которая еще требуется ремонт по факту, да. Есть разные места, есть разные точечные моменты. Мы их посмотрели, увидели, ну и, соответственно, будем делать выводы и дальше продолжать нашу деятельность. Всего в рамках краевой инвестиционной программы в 2022 году планируется провести капремонт в 9 дошкольных учреждениях региона. На эти цели направлено более 96 миллионов рублей из краевого бюджета. Еще по 4 детским садам ведется разработка проектно-сметной документации. Анара Шагирова, Андрей Печоркин. День с толком.